Ребята, вы на канале Тыковка ТВ. И сегодня снимаю вторую часть серии, которая называется «Рарити в школе». Надеюсь, она вам понравится. Поэтому не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал, нажать колокольчик. И не забудьте подписаться на мой второй канал. Ссылочка будет в описании под видео. Ну что, поехали! Предыдущей силе. Пойдем. Да-да-да-да-да, пойдем. Постой-ка. Ты чего там? Идем. Подожди ты. Кажется, у меня есть план, как можно исправить наши оценки. Как, пойти на седьмой урок? Да нет же! Я знаю, как можно сделать по-другому. Ну и как же? Смотри, пока учительницы нет, мы можем незаметно, во-первых, половина класса у нас, так скажем, сидят в телефоне, поэтому ничего не видят. А мы с тобой в это время незаметненько посмотрим, зайдем в электронный журнал учителя и исправим оценки. Ты с ума сошла? Да нас же за это отругают. Да не то, что отругают, к заучу отведут, и еще от школы отчислят. А, ну, попробовать-то стоит. Правда же? Тебе же самой хочется, да? Да? Нет, я не хочу. Все, в этом участвовать я не буду. Ты, конечно, прости меня, подруга, но нет, все. Я сказала нет. Да ладно же тебе. Нет. Ладно, хотя бы если не хочешь мне помогать в этом, помоги хотя бы в том, чтобы отвезти весь класс, не знаю, куда-нибудь. Ладно. Ребята. Чего тебе? Вы что, не знали новость? Какую? В столовке скидка! Стой нас, подожди! Столовка скидка! Ура! Да, все быстро ушли. Можно и поработать. Так, пароль. Блин, какой пароль? Всего-то дата рождения. Да, Мария Ивановна, надо было лучше запароливать свой ноутбук. Так, ага, так, сейчас электронный дневник. Она выставила уже двойки. Что? С коэффициентом 3? Не бывать этому. Исправим. 5. Ну вот и все. Готово. Так уж и быть, и подружки исправлю. Угу. Готово. Так, пойду тоже уйду. Дети! Опять все на перемене. Ой, такс. Надо было посмотреть, поставила ли я оценки. Так. Пароль, моя дата рождения. Так, Рарити 5, Лили Блоссом 5, Искорка 5, Старла 4, Пинки Пай 4, Радуга 4, Эпплджек 3, так, 4, Так, стоп! А разве я Лили Блоссом и Рарити не ставила двойки? Так. 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 Слава богу, у меня есть видеозапись. Это хорошо.
Так, сейчас посмотрим, что мне она покажет. Эх, жалко, что без звука. Так, что? Рарити. Так, это мне уже не нравится. Почему рарити? Что? Она исправила оценки и спокойно ушла. Это кошмар. Как она такое могла сделать? Все, маму к заучу. Нет, не к заучу, к директору лучше. Как она могла такое сделать? Я ей поставила двойку справедливо, а она... Я даже не знаю, что сказать по этому поводу. Зин-зин, зин-зин. Что ж, ребята, я проверила ваши работы и готова озвучить ваши оценки. Слушай, сейчас у нас будут пятерки. Ха. Надеюсь. Так, Твайлет, точнее Искорка, у тебя 5. Ха, я так и знала. Так, дальше кто у нас идет? Ага, Старлайт, у тебя тоже 5. Я так и знала. Дальше у нас идут Пинки Пай и Флауэр Вишес. Так, Пинки Пай, у тебя 4. Ну ладно. Так, Флауэр Вишес, у тебя тоже 4. Ну ничего страшного. Так, дальше у нас идут Рарити, ой, дальше у нас идут Радуга и Эпплджек. Так, Эпплджек, у тебя 4. Так, так, стоп, подождите. Тьфу, блин, из-за этой Рарити все путаю. Так, извините меня, не туда посмотрела. Эпплджек, у тебя 3. Вот, блин. У Радуги 4. Ура! Так, дальше идут Лили Блоссом и Рарити. Тебе не показалось странным, что она как-то странно сказала и Рарити? Она всегда так говорит. Нет, это как-то было по-особенному. Да ладно тебе, хватит, она так всегда говорит. Ну ладно. Что ж, Лили Блоссом, молодец, умничка, у тебя 5. Что? Похоже, твой план правда работает. Я же говорила. Да уж, да уж. И, наконец-то, Рарити. Рарити, хочу тебя поздравить, молодец. У тебя 2. Что? Я же исправила ее. Стойте, Мария Ивановна, как такое могло произойти? Вообще-то у меня 5. Ах, да, ты, наверное, моя дорогуша, говоришь про оценку, которую ты исправила у меня. Блин, как она про это узнала? Как она про это узнала? Она никак не могла про это узнать. Точно, видео записывающая камера на ее ноутбуке, она ее вечно ставит. Боже мой, что я наделала? Меня мама прибьет, Ну что, дорогуша, может, ты нам признаешься уже, что ты сделала? Или будем дальше в гляделки играть? Да. Мария Ивановна, простите меня, пожалуйста. О, с какой-то стати ты списывала? Ну, я правда не списывала. Мы общались. А потом я решила, ну, как бы я думала, что вы несправедливо ставите мне, во-первых, двойку из-за того, что я просто общаюсь. Общаться на уроке, во-первых, во время контрольных запрещено. Ну, знаю, да.
но я решила чуть-чуть подправить оценку. О, больше так не делай. Это было последнее предупреждение. Так уж и быть. Не буду расстраивать твою маму. Но двойку все равно поставлю. Ну, Лили Блоссом же тоже двойку получила вообще-то. Но она ее не пыталась исправить, поэтому я ей поставила 5. А, и еще. Переписывать завтра на 7-м уроке. И прошу тебя не задерживаться. Я еще хочу успеть проверить другие контрольные. Да. Называется, решила подправить оценку. Да. Что ж, ребята, надеюсь, вам понравилось это видео. Поэтому вы не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал, подписаться на мой второй канал. Нажать на колокольчик. И всем пока. Пока, ребяточки. Пока. Щух.